Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, поэтому забираем свои награды. Так, Лига Мастеров, 3 звезды, как и полагается. Так, забираем с тобой награды. Сюрикены, Рафаэль классический 50 ДНК. Так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Плюс забираем награду здесь. И смотрим, что у нас будет на этой неделе. Так, разыгрывается, короче, Карайка. А по испытаниям у нас космические странности. Так, посмотрим, что здесь можно. Оу, это у нас космические черепашки. Это круто, кстати. А вот, а, ну день до, непонятно. Здесь будет у нас Донателло. Окей, меня все, в принципе, устраивает. Ладно, давай начнем с заданий. Значит, пройти серию испытаний. Но вначале, наверное, прокачаем все-таки нашу Карайку. И нужно нам здесь, ага, 12 вот этих знаков. Ну что, поехали. Начнем отсюда. В принципе, эти знаки, ребята, неплохо должны выпадать. Уже 3 штуки выпало. 4. 5. А нам нужно 12, да? Нам нужно 12. Так, 6. 7. Блин, у меня, я просто смотрю, ребята, как быстро телепорты улетают. 8. 9. Так, и что у нас там? Ну, спицы, в принципе, все нормально. Да что такое? Должны выпадать нормально. Так, я уже сбился со счету. Сколько там еще? По-моему, 2 нужно, да? Да, еще 2 знака. 1 и 2. Шикарно. Так, ну что, прокачиваем до 3-й ступени удар копьем. И дальше нам, ага, 10 биноклей. Я помню, мы с тобой как-то собирали эти бинокли. Они очень тяжело выпадают, потому что, видишь, зеленая рамка, ой, зеленая, желтая рамка. То есть это как бы, ну, редкий предмет. Ну, а чашки, это понятно. Чашки мы с тобой насобираем, ладно. Давай-ка, наверное, заберем награды и быстренько пробежимся по серии испытаний. Так, мы с тобой Шреддера прошли. Да, наверное, на этой неделе мы как-то будем с тобой проходить до Кренга. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что, поехали. Быстренько пробежимся. Да, ребята, в понедельник у меня не получилось снять, как говорится, наш буст, который мы обычно делаем, потому что работал. Да, в принципе, и сегодня бы у меня не получилось, ребята. Опять без выходных, короче. Опять вызывает на работу. Но уже я подумал, если я сейчас не запишу, то это опять минус 2 дня. То есть 4 дня не было бы роликов, ты понимаешь, да, о чем я? И получилось бы, что я только в четверг бы смог бы снять. А там уже конец недели, я бы ничего не успел бы. Поэтому вот приходится, ребята, где-то выкраивать для себя время, чтобы хоть что-то выложить. Так, ладно. И еще, как я понял, вы все-таки согласились, да, чтобы я начал снимать Юрский парк, игру. Ладно, друзья мои, на днях где-то, наверное, начнем. Посмотрим, как пойдет. Если хорошо пойдет, мы продолжим. Если особо никто не будет, как говорится, его даже смотреть, то и смысла нет, как говорится. Ладно, друзья мои, все, здесь мы прошли. Забираем свои награды. И что там у нас остается? Поднять уровень персонажа, по-моему. Давай-ка глянем. Да, поднять... А, еще колоду. Колоду мы с тобой не открыли. Открываем колоду, смотрим, там паукус, что ли? Нет, хан. Забираем здесь наградочки. И поднять уровень персонажа. У нас мутагена, по-моему, мало, да? 8 тысяч всего лишь. Но на Рафаэля классического хватает. Так, 2200. Ну что, 44 уровень, тоже неплохо. И ко всему прочему, у него, по-моему, очень много ДНК, который... А куда он уже ушел-то, елки-палки? Вот он. Да, 58 ДНК, естественно, мы с тобой их сразу обменяем на 6 тысяч сюрикенов. Ну что, забираем награду и идем с тобой на арену. Буста, как ты понимаешь, у нас не получится. Но, может быть, оно даже и к лучшему. Потому что уже все должно быть устаканено. Поехали. Конечно, за Карайку не особо хотелось бы биться, но здесь не только в ней дело, да? Здесь еще дело в наших осколках, именно в платиновых. Смотри, я даже не могу вытянуть здесь 11-11. Как обычно у нас получается, да? Первый... Во, было, кстати.
Вот, ребята, есть. Это у нас Леня. Леня Голубков, наверное, да? Так что погнали. У нас твой, ух ты. Раньше были там какие? 20-30 уровни, да? Теперь 41-е. То есть сейчас мы их просто разорвем и все. Давай-ка начнем с Леонардо. Ну, о чем я тебе и говорил. Ах ты жучера. Он 18 уровня. Как он мог устоять против, извини меня, Лео Космос? Ну как? Я не пойму, ребят. Он стрельнул со своего бластера, и он выжил. Ладно, фиг с ним. Давай посмотрим. Мы даже с тобой на воин 2 звезды не перешли, представляешь, сразу же. Хотя должны были бы. У нас, кстати, еще 77, смотрю, монет есть. Надо будет это потратить. Во, Леня, опять Леня, 11-12 дает. Ну что же, Ленечка, давай. Раз, два, три. У него опять 18-19 уровень. Сейчас быстренько нахлобучим. Начну, наверное, я с Бакстера. Откуда у Кейси, вот, вот смотри, ребята, он стоит с клюшкой. Откуда он достал эти две биты? Я не пойму, в трусах, что ли, прячет ты? Или как? Блин, Рокстеди, ну что за проблема-то? Я не могу понять. Ну что ты не можешь? Ты 42 уровень. 20 левелов разницы, и он не смог зашатать. Все могут, а он нет. Ладно, не будем на это обращать внимание, просто будем двигаться дальше. И вот только сейчас мы с тобой перешли на воин 2 звезды. Угу. Так, 11-12. А дадут мне 12-13, интересно, не? Чё-то, по-моему... По-моему, они еще меньше мне дают, смотри. Эй! Чё за... Это чё за приколы? 11-11. Дайте мне тогда 12, я не знаю, там... 12-12 хотя бы. Блин, по-моему, я только хуже сделал. Вообще снизили меня до десяточки. Нет, ну так, я на такое не согласен, блин. Трэш какой-то, а. Теперь я не вижу вообще где-то 12 кубков, чтобы было. Неужели они меня так оценивают слабо, а? Я не понимаю вот этого вот. Вот было, блин. Все, короче, берем с тобой вот этого нонейма и поехали. 19 уровень, да, 21-й. 19-й. Пускай будет так. Донателло. Ой, Рафаэль потом сыграет у нас. Ну что, начнем с Хана, наверное. Хотя, ну как кролики, бомбаните их всех сразу же, а? Ну почти получилось. Почти, ребята, получилось, так что все нормально. Двигаемся. Здесь очень быстро вначале все будет, но медленно у нас идет буст. Ну ты посмотри, мы даже на 3 звезды... Я офигею. Если честно, я офигею, ребят. Так, 11-12, ладно. И уровень-то при чем здесь? 19-й, 20-й, 21-й. Ладно, когда уже будет полная компания, полная пачка у нас. Я думаю, что прогресс пойдет чуть-чуть побыстрее. Мы сегодня хоть вообще до самурая сможем дойти таким темпом? Вот это меня интересует. Ну-ка. Тыч. Давай-давай-давай, добивай всех. Нормуль. Ну что, двигаемся с тобой далее. Посмотрю сейчас, на какую позицию будем. Да, воин 3 звезды. Это мы еще не в элите. Представляешь? Смотри, 12-13, это у нас Нейсер. Ну давай возьмем 25-й, 22-й, 23-й уровень. Но здесь уже, по крайней мере, их четверо. А это говорит о том, что у нас будут, соответственно, побольше кубков зарабатываться. И... И вот действительно, я сомневаюсь, дойдем ли мы сегодня до самураев. Может быть, дойдем, но далеко не продвинемся. Хоба. Отлично. И минус пит. Станцевали, похлопали. Пиццелицы там вообще что-то, я не знаю, дергается. Все лопает, лопает, никак не наестся. Алексей, видел, сейчас проматывался Алексей, и почему-то там женская фотка была. Замечательно. Так, ну что, я вижу здесь 12-13. Естественно, берем с собой повышенные, самые повышенные кубки. И начинаем проходить. Пока еще у нас четверо, не пятеро. Вот когда будет пятеро, будет уже получше. Опять Хан. Я смотрю, Хан вообще зачастил в компании, да? Он практически в любой пачке есть.
Крис Брэдфорд сразу отдуплился. Хан минус. Кролики минус. И Донни, наверное, минус. Да. Но тут мы только взяли лишь уровнем своим, потому что уровень у нас уже довольно приличный. И, соответственно, никаких проблем не было их разобрать. Ну вот, друзья мои, мы перешли в элиту. 61 место. О, 12-14, Вика. Вот Вику-то как раз и надо брать. У нас с тобой какие тут? 45-е уже, да? 46-е, там 47-е, и уже полтинники пойдут. Слушай, ну неплохо, в принципе. Мы здесь с тобой весь потраченный, ой, заработанный мутаген будем опять же тратить на наших слабых персонажей. Давай-ка. Да, а раньше этот удар считался одним из сильных у Шреддера. Нормуль. Майки просто бросил бомбочку. Кто-то мне, кстати, сказал, что прокачиваю майки оригинала. Я, правда, не могу понять, чем он крут. Но вот почему-то попросили. Так, ну что, ладно, давай выбирать здесь. Вот, Макс. Что-то их до сих пор 4. Мы уже давным-давно... Давным-давно уже должны перейти на состав из 5 персонажей. А мы все крутимся вокруг да около. Так, здесь у нас что? Острозуб. Пита надо отсюда убирать как можно быстрее. Угу. Прям так и убрали. На тебе. Так, дальше, наверное, будем делать. У нас хоть есть какая-нибудь массовая такая? Граната? Да. А ты заметь, у нас, смотри, острозуб. Я не знаю, когда мы бросили гранату, на нем какой-то фиолетовая такая аура была, да? Типа дымочек. Это что означало? Что он отравлен? Хотя дебафа на нем никакого не было. Но выглядело это прикольно. Так, ну что, мы с тобой перейдем все-таки или нет? На элиту 2 звезды. Надоело мне уже здесь тусоваться. Да, переходим, а место получаем 77-й. Получается, где-то 2 боя, да, нужно, чтобы в элиту только 3 звезды добраться. А еще там сколько нужно сделать боев, чтобы перейти в Лигу Самураев. Вот они и сказываются, как говорится, эти 2 дня, которые я не смог поиграть. Так бы мы с тобой в первый день бустанули бы, добрались как минимум бы до Сёгуна 3 звезды, как минимум. Ну оттуда бы нас скинули, ну предположим, на Самурай 3 звезды. Нам было бы проще подниматься, да? А теперь смотри, сколько мы с тобой сделали боев, и всего лишь в элите до сих пор. Да, печалька вот такая вот. Вот для чего важен буст. Важен буст, но зато, друзья мои, если вот начинать как бы со второго дня, продвигаешься медленно, но зато на этой позиции ты уже 100% можешь гарантированно знать и ожидать, что ты именно здесь останешься. Тебя не скинут. Может скинут, но чуть-чуть совсем. Чем когда ты при бусте идешь. Так, ну что, о, 13-15, отлично. Эми. Так, у врага уровень 32, а у нас уже давно 50, так что шансов у них, естественно, нету. И жалеть я их тоже не собираюсь. Так, Мондагека, Эйприл, начну, наверное. А давай массовую сделаем. Замечательно. Крис, упадешь? Упал. Этот делает... А, баллончик бросает, который не срабатывает. Ну-ка, массовую атаку от Донни фильм. И Рафаэль выживает, на тебе. Бумс. Да, такой шипастой дубиной бросить любому врагу, да, не понравится. Не сдобровать будет. Так, ну что, мы с тобой перейдем. Да, мы перешли наконец-то в элиту 3 звезды. 72 позиция, то есть получается опять 2 боя, как минимум. И у нас тут есть Владимир. Давай возьмем его, наверное. Можно, конечно, было бы и Анастасию выбрать. Но возьмем Владимира, Вовку. Так, кто у нас тут самый мощный по массовой атаке? Только мутагеноид, все. Ну, сделаем дебаф для начала. Ну, беги. Кстати, заметь, вот что у... Майки фильм, да? Что у обычного Микеланджело. У них один тот же удар, последний. Именно вертушка с ноги.
Так, он там хиляет. Что-то вы разошлись, ребята, вам не кажется? Иммунку вешает, смотри-ка. Ну-ка, поехали. Да, мы не добили, потому что здесь, ребята, пониженная атака у нас была. А, ладно, сейчас так разберем. Бросай холодильник. Да елки ты палки, какой у тебя слабый этот удар. Ну, может быть, он не слабый, просто не прокачанный. Замечательно. А что это тут за веревочка такая висит, ты видел? Туда, наверное, можно подняться, на эту гору. Ну, какой там, я думаю, 20-я где-то, да? 27-я, окей. То есть еще один поединок. Вот, здесь у нас есть Андрюха, там опять же Владимир у нас стоял. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, уже уровень 35-й, 34-й, 36-й. Потихоньку-потихоньку они меня настигают, но вряд ли успеют догнать. Карайка влетает сразу же. Массовая атака от Леонардо. Довольно слабенькая, да? Давай я лучше, наверное, ускорю команду нашу. Угу, теперь... Давай дебаф повесим. И вызовем крыс. Блин, Ванька выжил, а? Ванюша умудрился как-то выжить. По каким-то там щелям разбежался и все-таки остался в живых. Но, как ты видишь, эффекта этого граната вообще не было. Да, наконец-то мы добрались с тобой до самураев. Хотелось бы хотя бы добраться до трех звезд, но судя по тому, сколько у нас персонажей осталось, мне кажется, это не получится. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, уже у противника первый 40-й уровень появился. Так, ну что? А где вы сказали, что у Алапекс хвост этого, как его? Тигриного когтя у нее на поясе. Я что-то не вижу, если честно. Я вижу и ее хвост. Так, сюрики. Так, минус двоечка. Бросай баллончик. Замечательно. Не вижу и все я. Никакого там хвоста на поясе. Так, ладно, двигаемся дальше. Место у нас 45-е. 13-16. А выше мне, наверное, не дадут, да? Во, 14-17, Владимир, отлично. Берем вот этих вот пятерых. У нас уже 60-й уровень пошел. У них 40-й, даже 40 с лишним. Ну что, давай, наверное, сделаем вот так вот. Я думал, вообще-то, честно говоря, будет лучше. Что здесь нам сделать? Давай вот так, наверное. Собрал весь негатив, как говорится, и выхлестнул. Руби. В плане промахнулся, блин. Мы бомбанули, а тут уклонение стоит, понимаешь? Так, давай минусуем майки. Попадешь, нет? Попал. Молодец, выпендрился, да, такой, телепортировался. Нажал. Для того, чтобы появиться и его огреть хвостом. А так нельзя было что-то кинуть. Ну что, четвертое место пока. Не беда. Нет уж, давайте тогда, если вы собирались мне давать 14-17, что вы мне опять возвращаете? Вот, они мне опять дают 13-16. Поехали. В моих интересах получать больше кубков. Как можно больше, потому что таким образом мы с тобой продвигаемся быстрее. Так, ну что, здесь, наверное, сделаем массовую с дебафом. О, добьешь, Шреддер? По идее, должен. Отлично. Пошла разборочка. Так, сейчас мы с тобой что сделаем? Посмотрим, куда мы примстимся. Так, Лига Самураев, 2 звезды, местечко у нас 69-е. 14-18 уже, Лукас. Раз, два, три, четыре, пять. Но, в принципе, здесь команда бодрая. Уже 70-й уровень. Не знаю, ребята, если мы с тобой быстро так пройдем, наверное, может быть, и испытание какое-нибудь зацепим. Что скажешь? Все-таки два дня потеряли. Давай-ка я, наверное, сделаю баф. Отлично. Здесь рубанем. Угу.
И здесь тоже звезданем. Можно было бы даже дебаф не... Ой, бафы не вешать, да, Крисом. Можно было бы просто кому-то надавать люлей по щам. Ну, какое место-то? 37-е. Ну, самурай 3 звезды явно мы получаем, да? Так, 14, блин, 18. Вот был, вот, есть, no name. Опять же, no name. И персонажики у меня заканчиваются. Тут осталось еще буквально на 2 поединка. На 2 поединка, ну да. Лига самураев 3 звезды. Это максималка, что мы можем сегодня с тобой взять. Блин, жалко, что у Рокзара нет массовой атаки. Иногда так хочется, чтобы он что-нибудь такое, знаешь, там, раскрутился и, например, когти свои начал разбрасывать во всех. Было бы прикольно. Ну, да елки ты палки, вы что, серьезно, что ли? Зашибись. Не хотят. Все время что-то вот оттягивают, оттягивают, как специально. Ладно, в любом случае возьмем. И получается Лига самураев 3 звезды. А вот какое место, фиг его знает. 80-е, может быть. Так, минус Мандагека. Давай вот так вот сделаем. Хотя можно было ему массовую сделать. Брось гранату. А по-моему, граната у него фигово прок... А нет, нормально, нормально. Так, идеальная победа. И мы с тобой продвигаемся. Лига самураев 3 звезды. Ага, 74 место. И еще у нас последний поединок. То есть будет где-то 20, да? 20 ранг, скорее всего. Раз, два, три. У меня даже не хватает чуть-чуть. Ну ладно, сделаем таким вот образом. Два отката потратим, фиг с ним. Так, и теперь начнем с массовой атаки. Это сразу им смерть, по ходу дела. Да, тут даже разбираться никто не стал. Ну и смотрим заключительное, как говорится, наше положение. Наше местечко. И это 20-е, конечно. 45-е, друзья мои. 45-я позиция в Лиге самураев 3 звезды. Вот что максимум я мог себя выжать на сегодня. Так, ну что, мы даже с тобой профукали осколки, где могли зарабатывать. Испытания. Космические странности. Кто нам здесь будет доступен? Ну что же, я вас поздравляю, друзья мои. Мы сегодня получим все ДНК на всех черепашек, да? На Рафа, Лео, Майки и Донателло. Так что надо проходить. Так, и у нас тут... Ха, значит, это... Как его звать-то, ё-моё? Джастин, конечно же. Уже забыл, друзья мои. Вот что значит давненько о нем не вспоминать. А что я делаю-то? Играю тут сам. 10 уровень мы можем с тобой быстренько пробежать. Да я думаю, здесь можно, в принципе, все пробежать. Вот такой вот командой имбовой. Она действительно имбовая. Ты посмотри, у нас здесь... Ну, я бы, наверное, если честно... Хотя Рафаэль все-таки будет покруче, чем Микеланджело. Хотя бы тем, что у него есть все-таки провокация, да? Ну и по силе атаки, мне кажется, он все-таки превосходит Микеланджело, как ни крути. Но у Микеланджело есть уклоняшка. Мы раньше с тобой постоянно брали Майки на самые сложные поединки. Только лишь для того, чтобы он смог сделать уклонение. И это очень круто помогало. Так, ну что, Бакстер Стокман. Вот тоже, в принципе, персонаж сам по себе хороший, да? Есть две массовые атаки. Но его инициатива, то есть он очень медленный. Он ходит практически самый последний. Вот это большой вот минус для него. Если бы у него была офигенная инициатива, возможно, он бы у меня бы здесь был бы в топчике. То есть по, именно по инициативе. А так, я только выделяю здесь четверых бойцов в данный момент, которые меня очень хорошо выручают. Это Майки, точнее Майки, Леонардо, Усаги, Армагон и, конечно же, Шреддер. Все, это самые мне, по мне, вот для, в данный момент, шустрые прокачанные персонажи. Конечно, я знаю, что там есть еще Карайка, есть Хан, который у нас тоже молниеносный, быстрый чувак. Но они у меня, как говорится, не прокачаны и... Массовых атак нету у них. Вот и все.
То есть хан просто бьет ногами. Может дебаф сделать, может там кулаком звездануть, но нет у него массовой атаки, к сожалению. Карайка, да, у нее есть только одна массовая атака. Это когда она бросает свои кунаи. Но, как ты понимаешь, они у нас прокачаны полностью. И слишком уж такой офигенный дамаг я не видел у нее. Это приблизительно то же самое, когда Микеланджело бросает свои сюрикены. Что-то типа того. Такой же урончик, чуть выше среднего, но все-таки не топовый. Так, ага. Топовые удары, я считаю, это вот Усаги, когда делает, да, вертушку. Леонардо, когда делает вертушку. Когда делает Шреддер свои шипы. Ну и, конечно же, когда Армагон бросает свой валун. Вот это вот топовые удары, если брать по массовым. Так, ну что, здесь мы с тобой тоже пройдем быстренько, я думаю, да? Всего лишь 4 волны. Уровень 40-й, естественно, это нам на один зубок. Окей. Так, завалили. Завалили. Двигаемся дальше. Последняя, ребят, волна. Да, черепашки, космос, это, конечно, хорошо. Но их так, ребята, муторно фармить, если честно. Были бы у нас с тобой жетоны. Или что там, монеты, жетоны, я уже не помню. В излишки, естественно, я бы лучше бы их покупал в магазине. Так, а здесь два брата акробата. Гранитор и Трек. Собственной персоны. Ну все, 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 хорош, чтобы выпендриваться. Давайте уже приступаем к разборке. Минус. Сразу же. И минус, я так понимаю, да, ребят. Ну, 45 уровень, фигли. Против соточки, что они здесь делают? Конечно же, ничего. Так, ну, а мы с тобой потихонечку идем дальше. Забираем Рафаэля Космос. Дальше у нас будет Леонардо. Космос, уровень уже 55 у нашего противника. То есть, опять же, ни о чем. Давай, давай, валим. Что-то я вот этих вот дурачков по мультику не помню. Вот это вот. Я даже не знаю, как их назвать. Дронами как-то язык не поворачивается, потому что они слизью какие-то поросшие все. Ну, а вот этих рангов, да, этих я помню. Ползали они там везде. А вот людей-грибов я тоже, если честно, не помню, ребят. По мультсериалу. Мутант. Мутант Белга — это, ну, точная копия этого чужого, да, ребят? Так, это у нас последняя волна. И минус Рафаэль. Минус Дони сейчас будет, да? Угу. Ну и Армагоша. Прекрасно. И добивка. Все. Все очень быстро у нас получилось здесь. Переходим дальше. Остается всего лишь... А, подожди-ка, там три поединка будет. Да-да. То есть Майки, Донни и Армагон. Армагона, наверное, можно даже не трогать, если честно, да? Он у нас как бы есть, но... Единственное, что можно проверить. Мы когда пройдем, там, по-моему, будут доступны все черепашки. Космические, именно для фарма. Только если ради этого. Уровень какой противников здесь у нас? 60-й. Значит, следующий будет 70-й. И самый последний — это 80 уровень. Ну, я думаю, мы справимся, потому что у нас тут в данный момент все персонажи 100 уровня. Ну, что им сделаешь? Да ничего. Единственный недостаток у них у всех — это не прокачанные скиллы до 7 ступени. Кроме Лео. У Лео, по-моему, прокачали, да, все-таки вертушку. А у остальных все на 6 ступени. Да и, честно говоря, очень сложно копить вот эти вот элементы, которые там требуются. Очень сложно. Они дают по одному в начале, по основному, да? А потом еще во время фарма. Но на фарме, как говорится, тут уже выбор. Либо тебе фармить элементы, либо тебе фармить ДНК на персонажей. То есть я не могу сыр приумножить там, извини меня, в несколько тысяч раз, чтобы мне его хватало на все. Вот и приходится делать выбор. Естественно, я пока в данный момент делаю выбор в пользу ДНК. А тем более, если там редкие персонажи есть на розыгрыше,
Вот, например, на этой неделе, да, почему бы не пофармить нам черепашек из космоса? Я знаю, по одной ДНК тяжело, возможно, будет фармить. Ну, если не так, то как, каким образом мы тогда вообще накопим на них полностью, чтобы их прокачать? Вот и все. А осколки уже будем с тобой собирать. Не осколки, а элементы. Именно на скиллы. Будем уже копить, когда у нас все будет прокачано. Я имею в виду, все черепашки будут открыты именно до платинового ранга. Только в этом случае, когда тебе уже не надо ничего там фармить левого, можно будет, конечно же, на платиновой арене позависать. Так, ну что, у нас с тобой четвертая волна. Вся эта команда, конечно, очень странно она выглядит. Почему Армагона ставит именно с ними? Он же, насколько я помню, охотился за черепашками. Он же наемник был. Его же специально послали. Зачем этот баф нужен был у Саги? Ну что ты делаешь? Этот берет провокацию вместо того, чтобы атаковать. Странные малые, конечно. Тыдыч. На, готов. Так, и здесь у нас, давай-ка я, наверное, сам тут буду разруливать. Это у нас опять эти два брата-акробата. Трек и Гранитор. Вот они выходят. Здесь они, конечно, выглядят как обычные големы. В Маднессе они смотрятся намного как-то эффектнее, если честно. Причем они здесь просто с кулаками, а там они с оружием, да? Один с пистолетом, а другой с гранатометом. Еще творит. Получил за это. А этот электричество. На. Вот если бы это был бы 80 уровень, я думаю, что, наверное, Леонардо бы у нас упал бы. Потому что у него, в общем-то, было мало хп. Но если взять, например, Микеланджело в эту команду, то, возможно, раскладик был бы другой. Почему? Потому что он делает, ребята, да-да, то самое уклонение у ворот. Так, ну что, здесь я врубаю опять автобой пока. А уже на боссах, скорее всего, да, мы с тобой переключимся в режим ручной и будем валить их всех. Ну что вы с этими крысами-то тут елозите? Так, минус крыса. Минус вторая, точнее, предпоследняя и последнюю добили, отлично. Так, вторая волна. Кто у нас тут? Мутант белки. Почему они белки? Ничего белочного я в них не вижу, если честно. Вот здесь, когда нужна массовая атака, ребята, они ее нифига не делают. Почему? А когда остается один персонаж, они, естественно, ее включают. Логики просто нету. Так, двигаемся на третью волну. Вот что это, ребят, за... Я даже не знаю, как их назвать. Просто не знаю. Видишь, вон все слизью поросшие. Я не пойму, что у них тут клешни какие-то. Какие-то, не знаю, сверлильные станки, что ли. Что это за фигня? Если кто знает, пускай напишет мне, как их точно величать. Так, ну что, вот она, командочка. И после них, естественно, у нас будет босс. Трек с Гранитором. Давай-ка я, наверное, переключусь в режим ручной, потому что... О-о-о, вот это, кстати, очень мощная атака, если честно. Так, за это он получает люлей. Так, если мы с тобой, например, полетел. Давай я все-таки сделаю, наверное, вот так вот. Сердцебиение, это уже на будущее. Валун. Ну, давай валуном. Звезданем, так уж и быть. Очень, очень хорошо звезданем. У меня Армагон отлетел там, как ты видишь. Минус Лео. Минус Дони. Ага. Нет, все-таки минус. И остается, ну хорош своим поджогом тут заниматься. Чомпи, успокойся. Ты смотри-ка, он еще и постепенно урон повесил. Вот это плохо, друзья мои, что Рафаэль у нас, во-первых, имеет мало здоровья, во-вторых, на нем еще постепенно урон висит. Эти ребята сейчас начнут, короче, наверное, здесь люто сейчас бомбить. 85 уровень все-таки. Ну все, все, пообнимались, хорош. Поехали. Начинает, видишь, что делает. Бьет в самого слабого. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Блин, нам нужно, я не знаю, либо хилять,
либо как-то их продамаживать. Причем очень быстро. Молодец, Усаги. Красиво сделал. Давай-ка сюда вот, наверное, попробуем звездануть. На них постепенно урон, надеюсь. Да, ребята, им крышка. Фу, Рафаэль, ну ты просто чудом как-то выжил здесь. Ему досталось очень тут прилично. Да, ребята, мы прошли с вами это испытание. Соответственно, сейчас глянем, что у нас тут можно будет пофармить. Вот. Ну, я думал, вообще-то 4 будет. Кого не хватает здесь? Леонардо. Вот, вот, ребята, где можно топово, как говорится, пофармить. Сыра, правда, маловато. Ой, что-то я не то сделал. Маяк, ну вот начинается. Ай. И не хватает как раз одного, ребята. Ладушки, самое главное, что мы прошли. Мы прошли, так, посмотрим теперь, сколько у нас мутагена накопилось. Где он там у нас? 13, ну почти 14 тысяч. Так, идем сюда, в самый низ. И начинаем прокачивать. Все, Роквелл до максималки пока. 45 уровень он получил, Пит. И все, ребята, 48 мутагена. Но я думаю, что Пит тоже до 45-го максимально качнется, и все. Дальше никак. Ну что, дорогие друзья, вроде бы все сделали. На этом можно заканчивать серию. Сегодня, надеюсь, еще у нас выйдет Драконы-всадники Олуха. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.